Відкрита трибуна. У Кабміні пропонують підвищити штрафи за викидання сміття з вікна машини до 2500 гривень. Як вам така ідея? Ні, я не часто таке наблюдаю, але, мабуть, це правильно, тому що це нехорошо, ну, вибрасувати мусор з вікна машини. Мусор треба вибрасувати в мусорку. Чесно, не часто наблюдаю. Підняття штрафу. Согласна, но мне кажется, что это не будет эффектно. Все зависит от воспитанности человека и его образования. Да, абсолютно, полностью согласен. Я живу на поселке, там мусор постоянно выкидывают с машин, там всегда грязно, не убрано, убирают очень плохо, поэтому я считаю, это очень справедливо. Ну и даже можно было бы повысить. 100% за, только... По той причине, что люди надо, чтобы поддерживали экологию, это однозначно. И как бы это стимулировать, чтобы было... Но нужно всегда наказание и поощрение. То есть, если у нас поощрение – это будут чистые дороги, то без наказания тоже нужно. Из обычных машин вы имеете в виду? Ну, как я к этому могу относиться? Как негативно, естественно. Мусор на улицах, на дорогах, ну, это свинство. Ну, я просто думаю, что их никто не будет изымать, взыскивать, вернее. Наложить-то могут наложить, но как механизм получения этих денег, я думаю, что он не рабочий. Ну, я думаю, что, конечно же, это справедливо, но я ни разу не видел, чтобы из машины выкидывали мусор, честно говоря, хотя я здесь всего лишь третий день. Признаться, не часто наблюдаю, хотя иногда было. И мне кажется, штраф более чем справедливый. Если у человека есть деньги покупать машину, кататься и так далее, то может даже для и как бы обслуживать. К тому же, ну, я никогда не видел, чтобы из «Жигуля» выкидывали машину, честно, выкидывали мусор, да? Я видел там... Из BMW выкидывали, например, причем из таких, ну, хороших машин. Поэтому, если у человека есть деньги, чтобы содержать машину, которая ест, потребляет очень много топлива, и это не только ее купить, это еще и содержать, то заплатить штраф за то, что человеку лень поставить себе в бардачок или на соседнее сиденье, потом подойти к мусорнику выкинуть, это более чем справедливо. Конечно, справедливо, я вижу часто. Особенно, ну, в городе как в городе, на трассе часто бывает. Я сама езжу за рулем, и бывает часто, что, ну, не в лобовое стекло, но соседняя машина, которая перед тобой, бывает, что что-то летит. Но реже стало. Відкрита трибуна.